Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом, как снять задний ряд сидений. Итак, передо мной диван, уже снятый. Но перед этим я вам покажу, что необходимо сделать. Под сиденьем есть вот такое вот крепление. Тяните его на себя. И здесь сразу приподнимите этот диван. С другой стороны откиньте его спинки кресла. Вот здесь вот ряд болтов, креплений, сидений дивана. Их необходимо будет выкрутить. Для того, чтобы снять спинки сидений, необходимо сначала нажать на вот это вот крепление и освободить сиденье. Я выкрутил все крепления ремней безопасности. Вот это вот крепление можно выкрутить, можно не выкручивать. Задняя спинка крепится иначе. Я вам сейчас покажу как. Для начала вам необходимо, вот здесь вот стоит такая скоба, здесь болт. Вот они. Выкрутить вот эту вот скобу и высунуть ее. Освободится вот это вот крепление. Здесь, посмотрите, есть такой паз, направляющая, втулка. Она входит вот в это вот сиденье, спинки. То есть, посмотрите, где-то под 45 градусов вот сейчас сиденье стоит. Вот таким вот образом надо поставить это сиденье, спинку, высунуть его вот сюда вот ориентировочно и от этой вот направляющей высовывать в ту сторону, от меня. То есть получается, надо попасть вот в этот паз. Аналогично снимается то же самое сиденье. Сразу вам покажу. Вот здесь стоит такой декор. Он снимается. Здесь вот крепления. Вот они. Сначала на себя, а потом вниз. И вот это вот крепление, оно тоже снимется. Передо мной полностью комплект снятых задних сидений. Выглядит он вот так вот. Итак, давайте посмотрим, как у меня получилось. То есть машину со снятым комплектом. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!